Всем огромнейший привет, с вами Андрей, axbt.com. У нас сегодня на рассмотрении одна из самых простых версий 30-й серии. Разумеется, это RTX 3060 от Polyt. Версия одна из самых дешевых, называется Dual. И надо сказать, что у меня в руках данная карта еще старого выпуска, которая без защиты от майнинга. Ну, вернее, мы все знаем, что изначально 3060 была выпущена как карта, защищенная от майнинга эфира, но затем утекла особая версия 470.05, где эта защита была отключена, и тем самым та самая программная защита, ну, по сути, была введена на нет. Поэтому наряду с выпуском 3070, 3080, 3060 Ti с аппаратной защитой, называемой LHR, и карты на базе процессоров 3060 также теперь идут с этой самой аппаратной защитой. У Polyt карты 30 серии 3070, 3060 Ti, 3080 с аппаратной защитой LHR отличаются маркировкой, ставится суффикс V1, то вот по вот этой карте, по 3060, увы, никаких отличий нет. Поэтому и они даже по номерам партии никак не отличаются. Так что вот покупка вот таких карт сейчас в данный момент является чистой этой лотереи. Как говорится, мы все-таки делаем наши материалы для геймеров, а им есть LHR, нет, им как-то без разницы, потому что для игр никакой разницы нет. Карта обладает стандартным набором унёст вывода, 3 дисплей-порта 1.4, 1 HDMI 2.1. Подсветка есть в виде логотипа. Одно гнездо питания на 8 контактов. Все. Принцип охлаждения рекомендован от NVIDIA. Левый вентилятор продувает обычным путем с выдувом наверх и вниз, а правый вентилятор продувает карту насквозь.